добрый день, говорю. Да пиздец, какие долбы у нас на сервере. Подожди секунду, я... Это я... на самом деле не смешно, блядь. Такие долбы получают баны, а потом, блядь, жалуются на администрацию, почему баны выдают. Я вот тоже, что за люди? Какие-то я правила вечно, блядь, нарушаю. Что за хуй ты сделал? Ну я... что это за хуй сейчас произошло? Из меня что-то выпало. Выпало, блядь, да? Вой, мы из пистолета. Блять, я в карманах пошарил, короче. Ага, ты короче. Ты в своих пошарь, да, ты тоже, ты там не такой. Не, можно я кое-что тебе только скажу? Сприт. Что? Я не дьявол и не бес, просто пи***я клиномес. А повтори это дерьмо еще раз. Я не дьявол и не бес, просто пи***я клиномес. Я не плавал. А почему рот в Д-классе? Хватит мне в морду светить, придурок. Вам не светло? Почему вы с автоматами вообще бегаете? О, боже мой, там что-то орёт. Налево. Да насрать. Нет. Боже мой. О, мой бой. Какой ужас. Она замолчала. Иди проверь. Давай. Да блин, у меня горе, у меня актив убежал. Какой актив? Это подошел брат твой. Ну что ты в платье говорит? Мы не туда пришли. Говорит, друже, дай пистолет, а я тебе какую-нибудь крутую вещь подгоню. Я ему дам. Raid Shadow Legends — это революция в мире мобильных игр, в которой играют уже около 15 миллионов игроков. По-настоящему брутальный и реалистичный проект, в котором можно нанять и прокачать более 400 уникальных чемпионов. Здесь нету идиотских фэнтези-тряпок, как во многих других проектах, только по-настоящему крутые доспехи и оружие, что лично мне дико доставляет. И мало того, теперь вы можете играть как на мобилке, так и на ПК. Версии абсолютно взаимосвязаны, и вы можете играть сразу на обеих платформах всего с одного аккаунта. Вы можете найти меня в игре под ником Амсерк, чтобы присоединиться к моему клану. Также Raid разыгрывает 6 iPhone 11 Pro Max среди случайно выбранных участников, что скачает игру по моим ссылкам в описании в период с 1 по 31 января. Также Raid проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. Три игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других до конца месяца, смогут получить: первое место — игровой ПК Hyper PC Crystal 680X, второе место — игровой ПК Hyper PC Premiera, третье место — Apple MacBook Air 13 на целых 256 гигабайт. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Polarium ID. Все подробности о конкурсе вы найдете на сайте по ссылочке в описании. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Давай спрячемся в параше. Идеальная тактика. О нет, он идет за нами. Отвернись. На него нельзя смотреть, понял? Понял. Не смотри на него. Давай эти выколи глаза. Да что она стукает так страшно? Может, это азбука Морзе? Может, она пытается поговорить с нами? Она говорит, что ты пидор. Вот. Ты куда? Слышь ты! Нет, ты куда? Ты хочешь умереть? Нет! Ты кого назвал? Ложись, там граната! Ты что, рофлишь? Это шумовая. Стоп, а почему она не взорвалась? Может, тебе показалось? Пойдем, короче. Гранату кинь. Стой. Ой. Оно там. Давай спрячемся. Давай, сюда. Охраняй меня теперь, у тебя есть пистолет, пулемет. Хорошо, пацан с карточкой убежал. Так че ж ты его не убил? Да я задумывался, как вас глупо. Ну пойдем теперь. Ну просто мне сказали, глушитель можно использовать еще. Но я тебе три раза говорил, убей ты его. У него оружие. Обезвредь. Блять! Блин, тут водила дебильный. А, сейчас заберет. Это Тесла Трак. Вау, класс. Ты не снял? Деньги вынуждают. Что? Вы это видели, что? Пойдемте работать. Добудем. Из сервера добудем знания, жесткие диски, там порно. Мочим всех. Стреляем по своим, стреляем по своим. Принято. По своим стреляем, ребят. Мочим своих. Да тут нету никого, вы куда стреляете? Вперед, я там вижу что-то. Ай, блин, вы чё, все же я видел кого-то. Народ, новогоднее настроение, у меня есть кока-кола, может бахнем. Холодное, с морозилки. Случайно не с обузить? Амсерк, хватит обузить. В смысле, вы о чем? Это не скажу. Откуда тебе новогодняя кола? Ну я купил ее в автомате, когда шел на работу. Да или нет?
Нет. Нет. Ну нет. Ну блин, ну нет. Ну слушай, а? Ну нет. Хорошо, тогда да. Что да? Ну, ты дурной. Ты дебил? Есть немного. Кола. Нахуя. Я тараш этот новогодний. Все нормально. Аптечки? Поэтому я всегда бешусь, когда... Народ, я как бы... Тут камеры же нету, я правильно? Я думаю, ты уже завязал. Нет, хватит, тихо, ну блин, ну что ты начинаешь? Ну, слушай, я разок... Ну, или ты хочешь, давай тебе первый раз. Тык-тык-тык. Давай, руку подставь, что пожалуйста. Давай. Руку черт в тебе! Я из себя в руку попал. Сука. Посмотри на мою правую руку в районе локтя. Да, это не так. Она сломана. Можешь вправить, пожалуйста? Это рахит. Да, пожалуйста. Давай попытаемся. Попытайся. Давай. Нормально. О, прямые руки. Главное верить в себя. Да, верим в себя. Найти охранников, вот и все. И дальше там делался. Они вот это все самое, вот это все. Опа, на. А что такое? А я тебе смогу вести себя. О, нет, компьютер. Ой, да класс. А что такое? А что такое? Блин. Там рептилия. Там какая-то картофелина была. Быстро. Спасите помощь! Сука! Тайминг прям подобрал! Сука, все слушайте сюда! Короче, мы команда 07 Псипсай, Куйфсай. Мы должны уничтожить всех! Все, кто не из Виктор 09, включая другой НТФ, мы уничтожаем. Только Виктор 09, мы. Виктор 09. У нас команда. А я Виктор 09, 08. Короче, смотрите, мы уничтожаем всех, кроме Виктора 09. Не-не-не, смотрите, мы только его не уничтожаем, а остальных всех уничтожаем. Да, можете друг друга защиты убивать. Не стреляйте. Ты кто? Хаос. Ты кто? Это Псай 07, мы уничтожаем всех. Зачистка комплекса. Назовите отряд. Отряд назовите. Да, блядь! Чё-то Псай 07 вынесли нахуй! Не толкайтесь, придурки! Давайте по одному. Okay. Блядь! Красавчик! Я носом двинулся немного, мне поебало дало просто. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.